Котики прямо возражают против Нового года. Против елок с гирляндами и сверкающими шариками, снежинками и игрушками. Хозяева просто обожают наряжать своих питомцев в различные новогодние наряды, которые явно им не по душе. Они либо пытаются их снять, либо терпеливо ждут, когда же закончится эта фотосессия. Не забываем подписываться на канал и, конечно же, поставить лайк. На елочках в этот период появляются необычные дополнительные украшения. Врожденное любопытство просто не позволяет оставить это чудо в доме неисследованным. Забрались-то они благополучно, но не всегда так же благополучно спустились. Я полагаю, что в домах с кошечками, и, наверное, даже с собачками хозяева уже отказались от установки елок и различных новогодних украшений во избежание разрушительных последствий. Или когда уж сильно пригрозили, что выкинут в подъезд за разрушение елки. А вот это чудо елка еще и поет и двигается. Но это самая разрушительная видеореклама кошачьего корма, который, по идее, должен обеспечить спокойствие в доме.